Сегодня у нас 8 сентября 2018 года. И вот смотрите, что выросло на сорте хамелеон. Сорт хороший, беспроблемный. Вот на... Ну, над гроздями, видите, особо листьев не было. Ну и сами ягодки у этого сорта, они вот, ну как вам сказать, розовые такие. Вот они. Ну нормальный ягод, правда? Так, сейчас я попробую. Обалдеть! Я вам скажу. У вас уже, наверное, слюнки потекли, да? Ну ничего. Если захотите, то вы также можете выращивать виноград. А точнее его посадить, сначала сформировать. Ну а потом не мешать ему расти. Вот здесь вот, видите, лозы от сорта хамелеон залезли через трубу в пространство другого сорта. Это у нас это сорт черной вишни. Ну вот в этом году он доформировывается, будет в четырехрукавный веер. Вот, а на следующий год он будет уже плодоносить. А вот они залезли. Видите, вот две гроздочки. Я даже не знаю, как их разделить. Ну вот, смотрите. Ну неплохой. Сказать вам вот сейчас навскидку, сколько вес. Ну, я даже не знаю. Да это не важно. Ну, растет он, растет. Так, а вот смотрите. Ос покушай. Ну ладно. Ну, наверное, ну сколько? Ну, наверное, больше кило. Ну да. Ну, даже дело не в том, сколько она весит. Он хороший, сладкий. Сахарное накопление у него хорошее. Но по сути это в ягодах винограда не сахар, а чистая глюкоза. Вот, смотрите. Ну, неплохо. В прошлом году, наверное, было две сигналочки. Вот, мы попробовали, покушали. Ну и оставили этот виноград. Вот здесь еще он будет дозревать. А если я не срежу вот эти гроздочки, значит вот это не будет дозревать. Дело в том, что вот на этой лозе, вот на одной, у меня получается две гроздочки. Я оставил, потому что он мощный куст, вот, и прирост у него хороший. Блин, а как же тут? Ой, а там не вытащить. Ух, они тут, знаете что, ягодами зацепились друг за друга. Это вот грозочка, вот это одна, а вот это, она уже идет с другой лозы. Ух, тут. Ну, короче, когда зависть была, они переплелись. Но когда вот сейчас они выросли, то мы рассоединить их. Ну, короче, ягоды будут сыпаться. Вот и все. Это когда мы уже будем срезать, им будем все аккуратненько делать. Может быть, даже срежем две гроздочки. А вот здесь зацепилась за, вот, за проволоку, смотрите. Ай-яй-яй. Ну тоже неплохие, наверное, больше кило. Ну хороший сорт. Но только вы выбирайте для своего региона сорта с соответствующим сроком вызревания лозы и созревания
урожай. Если вы не знаете, какой сорт себе выбрать, выбирайте ультраранний или ранний. И не ошибетесь.